Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И как ты понял, неделька у нас закончилась. Сегодня понедельник, и мы забираем свой приз. Приз, конечно, не очень. В плане, я имею в виду ДНК, потому что тут будет Кирби, который у нас есть. Но зато мы с тобой получаем осколки и сюрикены. Так, Кирби, 50 ДНК, естественно, это все полетит на разборку, 90 золотых осколков и также 75 платиновых, что немаловажно. Так, друзья мои, зайдем в список, кое-что глянем. Угу. У нас с тобой 158 золотых осколков, нужно 300, 330 даже, по-моему. Но зато смотри, у нас 345 уже платиновых. Это говорит о том, что в конце этой недели, уже в следующий понедельник, мы с тобой сможем прокачать еще одного персонажа в платиновый ранг. Если ты не помнишь, то последним, кто у нас был, это Шреддер. Именно его мы с тобой переводили в платиновый ранг. Так что давайте-ка, ребята, заранее подумайте хорошенько и выскажите мне свое мнение, кого будем переводить. Так, ну что, подожди-ка секунду. А нам точно нужно 400, да, ребят, 400? А за победу мы с тобой за первое место получаем сколько? По-моему, 70. Сейчас глянем. 75, да, друзья мои, нам вполне хватит, чтобы прокачать еще одного персонажа в платиновый ранг. Что же, я буду очень-очень этому рад. Ну, как ты видишь, опять неделька у нас не очень хорошо заходит, потому что здесь разыгрывается Макман, который у нас тоже с тобой есть. Он прокачан до 5 звезд золотых. Надо его только переводить, по-моему, в ранг. Что у нас по испытаниям? Сцены насилия и городская война, тени на солнце. Плюс ко всему на эксперте будет у нас Усаги против техники. И на платиновом у нас будет с тобой техника. То есть так себе неделька. Сейчас посмотрим, что мы здесь можем с тобой пофармить. Так, погоди-ка, я не понял. А почему это городская война, тени на солнце? Такое впечатление, что мы с тобой играем в девичью силу. Как бы вот, смотри, морозильная кошка, да, Кунаичи, Алапекс, Шинигами и Сплинтер. Ну что, Шинигами и Алапекс мне нужны, не знаю, каких тут нам с тобой дадут персонажей, можно глянуть, в принципе. Да, далеко не уйдем, как всегда. А в сценах насилия... О, оригинальчики пошли, вот это уже ближе к теме. Оригиналы нам нужны, тем более Донателло, который буквально вот-вот уже готов прапаться. Ну что, друзья мои, будем стартовать. Как говорится, пойдем на буст. Времени прошло сколько? 5 минут, как только обновилось все. Поехали. Не будем, как говорится, тянуть кота за одно место. Ну и начнем по-тихому. Хотя почему по-тихому? Я хочу бустовать, поэтому никаких по-тихому. Вот, 11-11. И начинаем с нашего самого хвоста. Так, где у нас тут? Да, Бибопчик, я тебе не завидую. Ты уже в этом 30-м ранге, плюс в бронзовой лиге. Просто уже прикипел. Я бы так хотел его, конечно, прапать, но не получается. Так, ну что, Бакстер Стокман, естественно, первым будет получать у нас звездюлей. Дальше, ну, Эйприл, так Эйприл. Причем повышенная атака у нас идет. Так, тихо, ну, тихо, я тебя умоляю. Роднулька, зачем ты это делаешь? Ты думаешь, тебе хил поможет? Я почему-то сомневаюсь. Бумс, готово, и... Так, Лео, что-то выделывается, смотрю. Ну, ты понимаешь, да? Все отлично у нас тут произошло. Двигаемся с тобой дальше. Естественно, у нас будет сегодня, наверное, применяться откат. У меня их 18 штук. Для того, чтобы попасть, ну, по возможности, в Лигу Мастеров. Посмотрим, как далеко мы с тобой зайдем вообще, да? Где мы с тобой остановимся, стоит ли это делать. Ага, 11-12. Слушай, ну, неплохо. Карлос, давай, я выберу тебя. 11-12. Уже хоть какое-то преимущество будет, да? 30 уровней. А тут, как ты видишь, у него майки 20-го. Но все равно 10 уровней промежуток есть. Не должны мы здесь с тобой сфейлиться. Тем более у нас есть массовые атаки. Это у Донателло и у второго Донателло. Тут причем 3 Доника. 3 Донателло у нас тут. Оригинал, классика и видение. Так, ну-ка. Пумс, ага, не тут-то было. Точнее, даже не видение, ребята, это ролевой Дони.
Так, и остается лишь Боксер Стокман. Ну, поди ты. Не хочет, ребят, не хочет падать. А теперь, конечно же, как получил пяткой от Донателло в лицо, и сразу же сдулся. Ну, давай посмотрим, куда мы с тобой. В принципе, должны перелететь уже на следующий ранг. Да, трехзвездочный воин у нас. 68 место. 69 монет, кстати, у нас с тобой. Так. И здесь, может быть, мы получим с тобой чуть повыше. Например, 12-13. Есть такая вероятность? Нет, пока дают 11-12. Вот. Вот, это у нас Саша. И смотри-ка, уровень-то уже какой. 25-й здесь, ну, бронза. 25-й в бронзе, так, секунду. Сейчас мы с тобой посмотрим, что у нас тут затесалось. Леонардо, Кейси, Саблезуб и плюс наш голубь Пит. И это все 35-м уровнем приправлено. Слушай, ну по идее должны разнести. Никаких проблем я здесь вообще не вижу. Не должно быть. Так, ну что, начнем, наверное, с Кирби. Так, посмотрим. Так, половина хп отняли. Теперь попробуем шайбой его пробить. В плане, серьезно что ли? Кирби что-то еще выпендривался здесь. Так, карайка упала сразу же. Этот делает на атаку танец свой. Ваня, успокойся, пожалуйста, тебя умоляю. Что ты тут делаешь, а? Можно было бы, конечно, хильнуться, но незачем. Почему мои такие персонажи слабые? 35 уровня не могут завалить 24-23. На самом деле, ребята, это не должно быть так. Они должны их, в принципе, моментально убивать. Ну, с двух ходов, ну, как минимум. Ну, а тут ты видишь сам, что происходит. Им приходится по 2-3-4 раза бомбить одного персонажа, чтобы тот упал. И причем я сомневаюсь, что у него на данном, так как тебе сказать, на данной лиге, да, именно в том уровне, где он находится, прокачанные по фулке персонажи. Такого просто быть не может. Ну, если он, конечно, там не вкладывается по полной программе. Но я почему-то сомневаюсь, что кто-то будет вкладываться. Так, ладно, давай возьмем с тобой Андрюху. Как говорится, меньше слов и больше дела. 26-й я вижу тут максимальный уровень у него. Ну, а мы с тобой уже отыгрываем 35-й и уже переходим на 40-е. 40-ых пока еще у нас с тобой хватает. Но их намного меньше, поверь мне, чем 50-х. Так, здесь я, наверное, начну с первого скрипа. Почему скрипа, ребят? Потому что он провокатор. Он, если встанет в стойку, мы его замучимся пробивать. Давай вот так вот сделаем. Хотя можно было бы сделать и знаешь что? Ускорение. Да, инициативу повысить. Так, Шреддер хил. Вот я до сих пор не могу понять, зачем он делает хил, если тут все персонажи здоровые. Странно все это. Так, что тут Донни? Делает массовую атаку и... Кстати, вот этот удар может понизить нам меткость. Так, тихо. Минус Донни и остается лишь Шреддер. Я просто хочу повыпендриваться. Так, поставили с тобой ускорение. Причем, помимо ускорения, мы еще можем, оказывается, повесить броню. Вот оно даже как. Слушай, я даже и не думал об этом. Слушай, так Леонардо видение прикольно, если прокачать. Это в команду его берешь, он просто делает броню. Это как дополнительный холостой удар. Грубо говоря, по тебе бьют. Бьет противник, да, и не наносит тебе урон. Он снимает с тебя просто броню вначале. Надо подумать над этим. Так, ну что, мы с тобой в лиге элита. Ранг 70-й, 2 звезды. Так, продолжаем с тобой колбаситься здесь. И возьмем мы, наверное, с тобой... Ну, давай Тома, наверное, да? Будем драться с Томом. Так, здесь Хан, но опять же он в бронзе. Он не так страшен нам. А у нас с тобой уже 40-е уровни. Тут еще чуть-чуть. Боев так, наверное... 4-5 и уже будут полтинники. А я хочу как можно быстрее дойти до самураев. Так, начнем с Хана, конечно же. Эй, ну-ка, массовую атаку. Кролики сейчас пропишут. Слушай, отличный удар. Минус Донни. Давай вот этого тогда с тобой Донни попробуем ушатать. Броня понижена, так что... Упс, шикарно. Этот тоже падает. И остается Рафаэль. Ну, что Рафаэлю остается здесь одному делать? Да ничего, только проиграть.
Вот когда защиту ты понижаешь ему, да, то есть у него есть дебаф на понижение защиты, все, ребята, они сразу становятся ватными, их разбираешь с полтыка. Так, а мы с тобой в элиту. 3 звезды врываемся, и место 68-е. Угу. 13-15. Я думаю, возьму, наверное, Александра. Тут у нас Карайка. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Разница, грубо говоря, у нас получается в 7-10 уровней. Слушай, ну должны простоять. У нас, не забывай, есть твой Острозуб. Он неплохой провокатор именно для данного уровня. Так, бросим-ка с тобой бомбочку. Ага, запрет лечения. Так, ладно. Ну, в плане. Там же был дебаф, так? Так, почему он, ребята, хильнулся? Для меня это немножко странным показалось. Ха, такого не должно было быть. Так, Макмен. Минус двоечку сразу сделали мы с тобой. И, наверное, да давай добивать уже всех. Так, секунду. Бакстер Стокман не стал падать. Можно подумать, да, вот так вот. Почему мы с вами массовыми атаками наносим мало урона, ребята, этими персонажами? Потому что у этих персонажей нифига ничего не прокачано. Вообще ничего. Ну, а мы тем временем с тобой переходим на самурай. Пока еще одна звезда. И все у нас с тобой впереди. Дай-ка я попробую обновить. О! 14-17. Так, Джулию возьму я, да, наверное? Да. Джулию. И здесь, ну, кто? Только Хан может, кстати. 40-й уровень. Практически мы на равных сейчас. Смотри. Мы на равных. Я не буду, ребята, здесь рисковать. Возьмем-ка мы, наверное, с тобой здесь на всякий случай. Возьму Микеланджело. Блин, а кого еще-то взять? Давай возьмем Тимати. Там у него слишком много массовых атак, кстати. У меня хиллер-то Майки будет, да? Майки будет хиллером. Так, короче, берем с тобой провокацию на Тимати, пульверизатора. Дальше начинаем бомбить Хана. Слабо. Так, есть... О, дебаф. Нет. А вот это плохо. Плохо, что дебаф, друзья мои. У нас понижена защита. Так, давай, Крэнк, свою ракеточку. Так, минус двоечку сделали. Так, ну-ка. Ушатаем? Да, в принципе, должны. Не вышло. Ты понял, да? Он захотел отхилиться. Ребят, на них висит антииммунитет. То есть ничего это не сработает. То, что он хотел в невидимость уйти, у него не вышло. Этот хотел что-то там на себя повесить, тоже у него не получилось, потому что не мог он этого сделать. И, естественно, за это они все поплатятся. Вот так вот. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Как говорится, не спеша, но зато уверенно. Сейчас глянем. Перейдем мы с тобой в лигу самураев 2 звезды? Нет, к сожалению, нет. Но зато 4 место. Здесь 14-17. Еще есть, это у нас Аня. И, в принципе, здесь ничего сложного нету, ребята. Донателло, Крис Брэдфорд, да, Бибоп. Единственное, что кого-то опять придется мне брать из сильных. То есть из МБ. И я, кстати, знаю, кто это будет. Ну а что, ребят, лучше потратить один откат, чем 10 раз потом переигрывать. Давай, Лео, жги. Я знаю, что ты можешь. Не то, что можешь, он сейчас всех накажет. Ребят, я сегодня, кстати, прокачал один уровень нашему Рафаэлю. Теперь он уже 93 уровня, так что 7 левелов, и он будет сотым. Ну, а мы с тобой тем временем переходим на самурай 2 звезды, и место у нас уже 35-е. Так, с 14... Подожди секунду, а дадите мне 15-18? Наверное, нет, мы как бы и так опережаем. Хотя стоит попробовать. 14-17 пока, да? Наверное, нет, ребята, не дадут. Ладно, фиг с ним. Давай возьмем с тобой Малика. Лео пока постоит, подышит.
Так, тут уже... У нас 45 уровни идут, да? Но нам нужно, ребята, отрываться по полной программе от них. 41-й, потому что, ну... Мои персонажи, которые вот в самом хвосте находятся, да? Они не справятся здесь сами. Поэтому мне нужно сделать такой серьезный отрыв, чтобы мы уже были с тобой где-то на полтинниках. Но мне кажется, что пока мы дойдем до полтинников, и враг уже будет 51-го, 2-го, 56-го уровня. И не получится без хай-левелов нам с тобой сыграть здесь. И тем не менее, самурай 3 звезды. 72-е место. То есть уже пахнет сёгунами, да? А вот уже 14-18. 14-18, и возьму я, наверное, Даниэль, Тедди. Ну, я не знаю, судя по всему, вот все-таки Даниэль будет слабее. Блин, смотри, вот о чем говорил тебе, 46 и 45 уровни, а у меня до сих пор. Ну, я уже на полтиннике пришел, так, уже лучше. Но все равно 4 разницы в уровнях. Это мало, мало, нужно хотя бы 10. Тем более, ты же не знаешь, как у них прокачаны скиллы. Да и к тому же, это, извини меня, бот играет, а он может себе там подкрутить все, что хочешь. И как хочешь. Лучше не будем рисковать. Идем при помощи наших тяжелых, как говорится, черепашек, наших героев, которые прокачаны по полной программе. Так, здесь Амар. Так, подожди-ка. Дай-ка мне 15-19. Вот. Уже лучше. Ну вот я тебе и говорю. Стоит только лишь взять по рангу чуть-чуть посерьезнее. Тут уже, кстати, сёгун. И вот тебе результат. То есть я только дохожу до полтинников, а у него уже практически 51 уровень. Видишь? А полтинников у меня, друзья мои, много. Много. Поэтому, ну, здесь ничего не остается, как принимать условия, как говорится, игры от Леонардо. Только за счет него мы сейчас можем здесь с тобой разруливать, как говорится, без вреда для наших бойцов. И тем самым будем набирать с тобой ранг быстрее, в разы. Тем более откат у нас с тобой есть, так что все будет четенько. Так, давай смотрим. Вот, друзья мои, мы уже в сёгунах. Место у нас 58-е, то есть если мы сейчас сделаем с тобой бой, то логично, мы с тобой перелетим в сёгуны 2 звезды. Так, проверим. Вот они, полтинники, елки-палки. Много, много их, конечно. Ну, то, что у нас Леонардо есть, конечно же, он здесь сейчас будет всех выносить. Причем с одной плюшки. Можно было бы и Усаги взять. Кстати, надо будет его, наверное, сейчас подтянуть, как говорится, за уши. И чтобы он здесь уже разруливал. Странно, я думал, что мы с тобой попадем в сёгун 2 звезды, но не вышло. Ладно, ничего страшного. Вот, 15-20. Ну что, Усаги, давай покажешь свое мастерство. Мутагеноид, Ксевер Монтес, Король и Крип. Поехали. Ну, слушай, а вот это, кстати, вот немножко есть опасность. Прикинь, сейчас Усаги не повесит. Или не убьет всех. Сейчас посмотрим. Ну, тут в данный момент все хорошо получилось. Ну, если учитывать Леонардо, у него все-таки как-то побыстрее это проходит, да? Там ты видишь уже конечный результат, то есть он сделал свою вертушку, и ты уже видишь, кто жив, кто не жив. А с Усаги немножко по-другому происходит все. То есть он делает вертушку, и если он постепенно урон вешает, то ты доволен. Если же нет, ты уже начинаешь напрягаться. Так, ну что, 15-20 у нас. Кого возьмем? Давай Рустема возьмем с тобой. Откат делаем на Леонардо. Так, Крис, всему не терпится, ребята, выйти в бой. Только перешел на 51 уровень. Представляешь? Вот только сейчас. А противник уже давно за полтинник. Вот я и тебе про это и говорил. Давай посмотрим, что у нас тут Леонардо сделает. Он делает просто имбу невообразимую. То есть с одной вертушки всех валит. И опять же я тебе скажу более. Сейчас будут следующие противники уже ближе к 60 уровню, да? А я только буду подходить к 55. А ну-ка, 15. Можно мне 16-21 или еще что-нибудь в этом? Вот, 16-21. Тут уже вообще 62 уровень.
То есть, делаем выводы. Если ты хочешь бустовать, да, получать сразу высокий ранг на лиге, тебе не стоит брать очень сильных противников. Тебе стоит там ковыряться где-то внизу, брать самого слабого, и только вот в этом случае ты можешь продвигаться. Ну, ты будешь медленно продвигаться, да, тут не поспоришь. Очень-очень медленно, но твои все вот эти вот, как сказать-то, ну, ты будешь отыгрывать всех своих бойцов. Как говорится, ты будешь идти в ногу с боями. То есть, вот я сейчас до этого боя дошел. Если бы не бустовал бы, как раз где-то, наверное, 50-е уровни сейчас только бы начинались, мне кажется. А в данный момент у меня, извини меня, уже 63. Сейчас еще одно обновление, да, если мы найдем с собой ранг повыше, там уже будут 65-е уровни. Причем ты не забывай, что мы с тобой растем по лиге. Это, соответственно, уже говорит заранее, что, парень, тут враг будет серьезный. Вот, смотри, 16-22, видишь, 67-й, 65-й уровень. Так что удивляться, грубо говоря, здесь нечему. Все идет, как идет. Так оно и должно быть, ребят. Единственное, что очень опасно, конечно, брать вот этих вот персонажей наших 60-х уровней. Если, ну, даже, предположим, Леонардо не сможет забомбить, я, конечно, не удивлюсь, если здесь кто-то сможет нам кого-то наказать. Вот видишь, тут вот опасность. Но Рокстеди, слава богу, ребята, мало у него здоровья. Плюс Армагоша, он все-таки уже прокачан довольно серьезно, 80 уровень против 60-х. А вот если бы, например, Ваня бы начал бы там ходить, да, или нейтрализатор, то можно было бы немножко сфейлиться. Так, но факт в том, что, ребят, мы с вами идем уже на мастер. На мастер одна звезда. Чё-то как-то круто мы тут с тобой рванули, если честно. Я тебе серьезно говорю, мы рванули сегодня что-то с тобой вообще по-имбовому как-то. Вах, вах. Ну ладно, давай ваха возьмем. Так, тихо, тихо, кред. Возьму, наверное, зэка здесь. И раз, два, три. Сколько у нас там с тобой откатов? 7 откатов, по-моему, осталось, да? Да, в принципе, этого будет достаточно, чтобы мы перешли с тобой в Лигу Мастеров одна звезда. Давай, Лео, вали их всех. Четенько, да? Все, сработало четенько. И давай смотреть. Ну, в Лигу Мастеров, конечно же, две звезды вряд ли я попаду. Нет, если только использовать откат. Мастер. 73-я позиция. 16-22. А максималка здесь какая у нас? 17-23 даже есть. Вот. Ну вот смотри, откат делаем, да? Раз, два, три. И остается у нас с тобой, ну, еще два боя. Да, мы с тобой зайдем в Лигу Мастеров две звезды. Ну, местечко будет где-то 80-90. Ну, это как стандарт у нас. Опять же, надеюсь на это. Может быть, что-то пойдет не так. Сейчас бац, кто-нибудь тут выпендрится, врежет моему персонажу. И все, ребята, и поплыли мы с тобой. Нет, тут все отлично. Тут Усаги постарался, причем нанес довольно неплохой урон. Больше половины жизни он отнял вертушкой. И плюс постепеночку повесили. Так что Лео оставалось только вертушку сделать и добить всех. Ну-ка, какое место? Давай там 25-е, 30-е. Ну ладно, 30-е, 16, вот, 17-23. Опять же, ребята, тратим 2 отката. Раз, два, три. Ну, получается, это предпоследний у нас с тобой бой. Предпоследний. Так, ладушки, давай, Усаги. Крутится, вертится. Постепенный, посмотри, просто идеально лег на всех. Идеальненько. Вот я обожаю, когда он так делает. Красиво это смотрится, и уже как бы ты расслабляешься, релаксируешь. Так, ну, остается последний бой у нас, заключительный на сегодня. Мы уже в мастере, две звезды. Блин, обалденно мы с тобой. Слушай, может быть, нам... Нет, рекорд я, наверное, не возьму. А вдруг возьму? Рекорд новый у меня будет, если мы с тобой зайдем в мастер 3 звезды с первой заходки. Вот это, ребята, будет рекорд. А я, наверное, сейчас его и сделаю. Блин, или не сделаю? Как думаешь, сделаю или не сделаю? Если я сейчас куплю откаты,
Давай попробуем, а? Давай попробуем сегодня с тобой так бустануть, как никогда. Фиг с ним, с этими долларами. Возьмем с тобой сейчас откатов, напокупаем 20 штук. И ворвемся, просто ворвемся в финалочку. Прикинь, ну это же будет классно. Все, что-то я, ребят, загорелся. Я вот загорелся зайти в Лигу Мастеров 3 звезды на первое место с первой катки, с первой вот заходки. Только вот откат сегодня был, мы с тобой сели и сразу же попали в топчик. Ну это будет легендарно. То есть выше мы уже с тобой ничего не сделаем. Все, ребят, я загорелся, я покупаю. Я покупаю, тем более доллары у меня есть. Есть. И сколько там у меня? 30 откатов? 34. Ух, друзья мои. Мутагена у нас еще с тобой прилично. Так что Рафаэль получает заслуженный 94 уровень. Слушай, скоро мы так с тобой, ух, вырастим. Круто. Так, ладно. Еще осколки набью сегодня, да? Так, подожди. Турнирная арена. Так, мы на каком там с тобой? На 50-м ранге. 17-24, давай откаты делать. Конечно, придется, ребята, очень много тратить откатов, очень много. Считай, получается 5 откатов, да? По 5 откатов, это у нас с тобой 30. 6 боев, блин, 6 боев. Ладно, посмотрим сейчас, куда мы с тобой после этого боя переместимся. Блин, ну обидно будет, если нам не хватит. Будет обидно. Я именно хочу попасть в топ. В плане. Упс, тихо, ребята. Я хочу именно попасть в топ место. На первой, да? С первой заходки. Такого у меня еще ни разу не было. И как бы что-то новенькое будет. Все-таки уже пора бы удивлять как-то самого себя даже хотя бы. Ну. Ах ты. Ладно, друзья мои, 10 место, фиг с ним. 17-24. Так. Ай-яй-яй, хватит, не хватит, блин. Я хочу, чтобы хватило. Понимаешь, я очень сильно этого хочу. Ну вот получится ли у меня, если мы с тобой по 5 откатов будем тратить. Ладно, попробуем все-таки. Блин, я что-то вот немножко сомневаюсь. Мне не хватит либо баксов купить еще откат, но баксов-то в любом случае не хватит, потому что я уже протратился здесь. Самое главное здесь не упасть. Если у меня хоть один персонаж упадет, все, ребята, это сразу же фейл. Тут, как говорится, к бабке не ходи. Можно сразу закрывать игру и довольствоваться тем, что мы с тобой уже достигли. Так, покажи мне, пожалуйста. Мы в мастере 3 звезды. Ёпрсоте, друзья мои. Ну что же я вам скажу. Если я получил сейчас 69 место, то, извини меня, уж за 5-то боев, за 5-то боев я не зайду. Да зайду, конечно. Не то, что зайду, залечу. Ты не веришь? Я сам себе не верю, но я хочу убедиться в этом. Серьезно тебе говорю. Просто топчик будет, ребят. Просто будет, блин. Вот неужели у нас 17-24 это точка? Походу дела, да, нету у нас с тобой 18-25. Ладно, давай берем Усаги, Лео. Возьму здесь Рафаэля. Ну, вот так вот. Бакстера и Рафаэля вместе с Армагоном. Так, Слэш, Донни. Поехали. Усаги, будь добр, повесь постепенно урон, пожалуйста. Не надо фейлиться, не надо. Ну, сгодится. Такое, такое, ребята, меня устраивает. Вполне, отлично, вертушечка. Изи, изи кул. Тут по-другому и не скажешь. Так, ну что, ребята, ну это будет абсолютный рекорд. Вот для меня это будет абсолютный рекорд. Больше здесь вот, вот в арене в первый день отката дойти до топ-места, ну что может быть еще серьезнее? Да ничего. 25-я позиция, ребята, 25-я. Еще 4 боя у нас с тобой есть. 4 боя у нас с тобой еще есть. И я думаю, что будет победой. Победные, ребята, бой у нас здесь. Так, давай возьму так и вот так. Поехали. Чисто одна имба выступает. Ага. Так, здесь у нас Донателло, морзильная кошка, но это, в принципе, все ерунда. Хотя тебе скажу больше, мы можем себе позволить здесь проиграть не один раз даже, а 3 раза. И все равно мы с тобой будем в топчике.
Так, вертушечка. Упс. Так, есть. Постепенный урон все-таки уничтожил его. И смотрим результат. Неужели сейчас будет... Нет, первое место вряд ли. Хотя... Хотя почему нет-то? Ну? Да, друзья мои, это наш рекорд. Я нас всех с этим поздравляю. Как говорится, при новой неделе, да, откат. Ребята, из черепашек. Как говорится, первый день игры, первая лига. И мы с тобой сразу же занимаем топ-место в Лиге Мастеров 3 звезды. Это абсолютно рекорд. Вот для меня это рекорд, ребята. Что, я просто весь на эмоциях. Это круто, мы... Я просто весь на эмоциях. Мы с тобой будем уже получать... Ну, естественно, нас скинут, наверное. Хотя я тебе скажу больше. Когда я занимал первое место, меня не сбрасывали с него. Именно вот я, например, вчера или когда позавчера я занял первое место, да? Меня отсюда не скинули уже. Я тут сидел как вкопанный. И если мы с тобой будем здесь сидеть на первом месте, мы будем с тобой получать вот такие вот награды ежедневно. $150 и 36 монет. Это очень круто. Ой, ладно, ребятушки, я пойду за кадром набивать себе осколки. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.